Кабинет министров готовит новый план поддержки экономики. Антикризисный план правительства на текущий год будет состоять из двух блоков. В одном премьер-министр Дмитрий Медведев поручил собрать оперативные меры, в другом – стратегические, с расчетом на среднесрочную перспективу. Та версия, которая сегодня существует, это рабочая версия. Оттуда еще придется многое вычистить, вероятно, что-то добавить, подчеркнул Дмитрий Медведев. В первый блок войдут оперативные меры. Это и поддержка регионов в связи с ухудшением ситуации на рынке труда, помощь моногородам, отдельным секторам промышленности, по которым уже проводились специальные совещания с выездом на предприятия. Во втором блоке сконцентрированы меры стратегического и идеологического характера. В частности, речь идет об упорядочении проверок, о помощи малому и среднему бизнесу, об улучшении инвестиционного климата. Кроме того, подчеркнул председатель правительства, нужно продолжить деятельность по снижению издержек, стимулированию несырьевого экспорта, развитию перспективных технологий. Первоочередные меры антикризисного плана правительство направит на поддержку регионов и моногородов, в число которых входит и Ненецкий округ. Поддержка федерального центра, безусловно, будет. Ее ощутят все субъекты страны. Недаром антикризисный план будет стоить стране более 800 миллиардов рублей. Об этом в интервью нашему телеканалу рассказал депутат собрания депутатов Ненецкого округа Сергей Коткин. Правительство по поручению президента Российской Федерации подготовлен антикризисный план, поскольку мы знаем, какова ситуация в целом сложилась по Российской Федерации, по Ненецкому автономному округу. С учетом того, что бюджет как России, так и региональный бюджет наш был сформирован из расчета 50 долларов за баррель нефти, безусловно, то, что сегодня происходит, порядка 30 в целом выдерживается долларов за баррель, безусловно, все это сказывается на бюджете и России, и Ненецкого автономного округа. И в этой ситуации действительно антикризисный план подготовлен. И вчера он должен был доложен президенту Российской Федерации, на суд вынесен. 5-6 числа мы были с делегацией от Ненецкого автономного округа на Всероссийском съезде партии «Единая Россия», и выступал с докладом Дмитрий Анатольевич Медведев. Поэтому я думаю, то, что прозвучало в докладе Дмитрия Анатольевича Медведева, это все будет в антикризисном плане, и это действительно там все есть в этом плане. Он пока еще нет его в широком обсуждении, но что можно сказать на сегодня? Первое. Ситуация в стране действительно сложная, как сказал Дмитрий Анатольевич, но не критичная. И сегодня все делается возможное для того, чтобы удержать в целом ситуацию, потому что уже имеют место в регионах по ряду субъектов Российской Федерации, ну, с задержкой по выплате заработной платы, даже бюджетникам, даже государственным служащим. Вот. Поэтому сегодня было очень четко обозначено, и это есть уже в антикризисном плане, что действительно мы должны сейчас экономить, мы действительно должны перейти на такой режим очень жесткой экономии, но тем не менее, в обязательном порядке, какие бы сложности ни были, задача стоит удержать те социальные меры поддержки, которые сохранены в России. Россия вообще государство социальное, и Ненецкий автономный округ, мы, наверное, входим в тройку по Российской Федерации по мерам социальной поддержки отдельной категории граждан. Поэтому задача стоит социалку сохранить, но обратить внимание на адресность социальной поддержки. То есть усилить поддержку тем людям, особенно вот в период такой жесткого кризиса, тем жителям России, тем жителям Ненецкого автономного округа поддержка, которым необходима, действительно необходимо, что, в общем-то, делаем мы совместно с законодательное собрание, совместно с исполнительной властью округа. Очень важно было подчеркнуто Дмитрием Анатольевичем Медведевым по сохранению заработной платы, не только по удержанию заработной платы, а по возможности еще и наращиванию по заработной плате. Это образование, здравоохранение, культура, вот наши отрасли, вот эти, в обязательном порядке держать на особом контроле вот эти выплаты. В обязательном порядке поддержка многодетных семей, детей, оказавшихся в трудной ситуации. Поэтому Дмитрий Анатольевич предложил в своем докладе, сказал о том, что нужно поддержать многодетные семьи, это будут выделены определенные средства, и немалые. И те дети, которые оказались в трудных жизненной ситуации, выезд на отдых этих детей тоже будет выделены средства из федерального бюджета. И кроме всего этого, о чем я обозначил, обязательно сохранить и развитие государства, и, безусловно, сохранить развитие Ненецкого автономного округа. Имеется в виду строительство социальных объектов, строительство детских садов, школ. В этой связи в антикризисном плане предусмотрена немалая сумма, порядка 50 миллиардов рублей только на строительство и ремонт школ.
Вот. И финансирование тех отраслей, именно хозяйство, сельское хозяйство, автопром, для того, чтобы поддержать именно отечественных производителей. Значит, в целом антикризисный план, насколько мне известно, он весит порядка 830, если быть точным, 827 миллиардов рублей. Из них порядка 400 миллиардов рублей – это за счет бюджета, когда деньги уже заложены в бюджет на 2016 год. Из них порядка 300 миллиардов рублей – это идет у нас на бюджетные кредиты регионам. 140 миллионов рублей планируется использовать, найти в ходе исполнения бюджета 2016 года. С порядка 40 миллиардов рублей из фонда национального благосостояния. Остальные деньги в виде секвестирования бюджета. Значит, я думаю, что по статьям у нас не передача, как бы я не смогу сейчас обозначить вам четко все статьи, но тем не менее, на мой взгляд, что особенно важно, вот в этом антикризисном плане выхвачены те отрасли хозяйственные, которые действительно необходимы для развития экономики государства российского, для развития, естественно, Ненецкого автономного округа в рамках уже совместной исполнительной законодательной власти. У нас есть рабочая группа, которая формирует тоже антикризисные меры. Значит, если брать общие суммы такие брать, на мой взгляд, важно то, что мы выделили, Россия выделяет правительство порядка 40 миллиардов рублей, это на локомотивный парк, потому что мы видим, какие проблемы у нас сегодня с транспортом в России. Порядка 100 миллиардов рублей будет выделено на развитие автопрома, отечественного автопрома. Выделяются средства на закупку автомобилей для скорой помощи. Выделяются средства на развитие сельского хозяйства более 20 миллиардов рублей. Выделяются средства на приобретение тех лекарственных препаратов, которые сегодня у нас в продаже исчезли. И на приобретение тех препаратов, которые нужны больным, сделавшим высокотехнологичные операции. Более 20 миллиардов рублей. 5 миллиардов рублей выделяется в сфере занятости. 6 миллиардов рублей выделяется на отдых детей, которые оказались в трудных жизненных ситуациях. 50 миллиардов рублей на строительство детских садов и школ. Вот эта программа, которая представлена, и которая сейчас будет очень активно обсуждаться, она вынесена и в Минфине, там очень много было вопросов к этой программе, но, на мой взгляд, вот те аспекты, которые в ней вот затронуты, те цифры, которые можно было выделить, да, на мой взгляд, они в какой-то степени, вот, не в какой-то степени, а мы сможем удержать ситуацию под контролем. И вот и в том числе и в Ненецком автономном округе сегодня дефицит бюджета тоже ощутим, поскольку у нас в значительной степени бюджет формируется за счет нефтяной отрасли, вот, с учетом тех цифр, о которых мы начали с вами говорить, сегодня проблема с бюджетом очень серьезная в Ненецком автономном округе. Это где-то порядка более чем уже 3,5 миллиарда, где-то 3 миллиарда 600, по моим данным. Вот, мы недополучим по соглашению по разделу продукции. Бюджет уже был сформирован, поэтому, безусловно, и нам тоже нужно принимать вот такие антикризисные меры. Мы вынуждены, к сожалению, пойти уже на кредит. Мы берем где-то порядка 1 миллиарда рублей кредита. Мы, кстати, единственный субъект Российской Федерации, который еще этим не воспользовался. Но жизнь нас заставляет пойти на этот шаг для того, чтобы вот сохранить и социальную поддержку граждан, сохранить выплату заработной платы и сохранить развитие округа, то, о чем уже появились ростки, которые, на мой взгляд, вот, очень важные для Ненецкого автономного округа. Это развитие сельского хозяйства, то, что появились у наших поселок предприниматели, вот, поддержка нашего сельского хозяйства, по ряду других направлений. Вот, это очень важно.